И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться, мы просто пишем. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться. Ну что, девочка моя, как прошел день? А у меня мозги уже напекрень. От этой работы другие заботы. Так давно не писала, что ты? Все по-старому, да, новостей нет. А у меня жизнь кипит, речитатив, бред. Я пропал, да нет, может показалось. Прости, прости, это, наверное, усталость. Мне приятно, месседж красит этот час. Ловлю себя на мысли уже который раз. Ну что, принцесса, когда пересечем пути? То мы заняты, то время не найти. Вот новый трек, послушай, он для тебя. Правда нравится, и это столько лет спустя. Все так забавно, да нет, точнее банально, что наше общение стали только социальны. Проводник WhatsApp, лайки ВКонтакте, на супер фотки, отмеченные на карте. Любуюсь долго, дальше взгляд вперед, по темной улице, которая к дому ведет. Врублю комп, тишину нарушит биток. Опять фристайл и что-то там между строк. Шум в колонках предательски скроет момент, когда в сети появится твой ответ. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться, мы просто пишем. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться. Мы не одни такие, это многих удел, череде событий или домашних дел. Сидят бедолаги, гаджеты сжимая в руках, и пишут, пишут друг другу поэмы в стихах. Наверное, страх мешает, проблемы со стразами. Между нами много недосказанного, но замнется все предельно прытко. И на экране я увижу со скобок улыбку. Ну что делаешь? Опять дождь идет. Да, ты права, да пофиг, все пройдет. Может, встретимся? Да, но поздно уже. Плеер, биток, музыка, обида в душе. Опять один пьяный, все помню смутно. А завтра снова с добрым утром. Да, конечно, с добрым. Как тебе спалось? Что ты не отвечаешь? Что стряслось? Странный ты. Да, не в этом дело. Жду встречи, смайл. Переписка надоела. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться, мы просто пишем. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться, мы просто пишем. И пусть мы близки друг другу мысленно и говорим друг другу фразы искренне, но этих слов мы совсем не слышим, нам не встретиться.